слово главному тренеру футбольного клуба «Слуцк» Александру Владимировичу Гуриновичу. Александр Владимирович, комментарий по матчу. Всем добрый вечер. Да, особо комментировать нечего. Расстроенные финальным результатом. Да, сложиться могло быть и хуже. Забили в конце голову, но с точки зрения структуры игры, того, что мы хотели видеть на поле, мы видели. Было 30 из 10 минут, и нам не удался. А в целом я доволен командой, благодарен парням за проделанную работу. Ну, стоит отметить, что первый домашний матч, очень приятно присутствие своих трибун, болельщиков, которым огромное спасибо. Александр Владимирович, сейчас будет небольшая пауза. Какие планы на нее, пожалуйста? Тренироваться, сыграть один товарищеский матч. Соперник известен или еще нет? Да, мы будем играть на выезде с Барановичем.